Решила вам заснять коровок Баскервилей. Прикольно. Слушайте, как вам? Ночь темная. Вообще капец. Я первый раз как увидела такую красоту. Это сейчас только одна корова подошла. А когда первый раз увидела, слушайте, их, наверное, штук 10 стояло. И они все на меня как вызрелись. В общем, если это дело смотреть без звука, то прям, честное слово, аба и не жить. Да, тут вот облачка такие, листики. Коровки, но они как бы не всегда смотрят на тебя. Но сказать честно, конечно, сногсшибательно. Он еще сидит, фонариками светит своими. Фуксик! Еще фонариками своими светит. Скажи, носит тебя ночью хозяйка. Да. Ой, хотела снять магическое видео. Луна полная была, но я, честно говоря, проспала ее. Организм мне в очередной раз вырубил. Поэтому пришлось снимать, когда уже снимаем. Вот. Ночь. Не знаю, который час. Но ночь такая. Организм делает, что хочет со мной. А теперь хоть звезды считай. Корову уже пересчитала. Это я с фонариком. И звезда во лбу горит. А под этим... Как там... И месяц под косой блестит. Но у меня под косой не месяц, но аккумулятор. Слушайте, прям сказки из этого самого. Сказки из прошлого, то бишь настоящего. Из прошлого настоящего. Все. Фокуса особо не получилось. Может, завтра сделаю. 2 часа ночи. Все замечательно. Мне спать вообще ни в одном глазу. Испекла хлебушек, он открыла, он еще парит. Вон такая красота. В общем, чем бы дитя не тешилось, лишь бы ночью не спало.